Всем привет! Мы на канале Бомбили. Сегодня мы делаем схему с водой. Сегодня у нас новая схема, она будет касаться воды. Когда будет дождь капать на нашу схему, там будет сигнализация срабатывать. Вот так вот. Давай, наша схема, которая с вот какой стороны? Это с какой стороны? Ну скажи вот мне. Это какая сторона? Это сторона. Сторона левая или правая? Левая. Правильно. Значит, давай левую схему слаживать. Начинай. Вот эту схему мы будем делать. Вот, Ян уже начал делать с цифра батареек. 2. Теперь у нас идет цифра 2 на уровне 2. Все правильно. Вот я всем покажу. Цифра 2 на уровне 2. Теперь цифра 4 на уровне 1 у нас идет. Цифра 4 делаешь? Это. А, ты сделал сначала эту? Хорошо. Она тоже на уровне 2. Нет, подожди. Она идет тоже на... А как она может... А, у тебя цифра 2 идет на уровне 3, и там должна быть еще единичка, Ян. Там, где ты цифру 2 делал? Понял? Вот так вот? Нет. Посмотри внимательно схему. Где есть цифра 1? Цифра 1. Смотри на схему. Ты видишь там цифру 1? Mm-hmm. Да, значит, цифра 1 должна быть на уровне 2. Да. Это тройку, да? А нам нужна цифра 4. Ты перепутал. Да, цифру 4 перепутал. Да, ты взял троечку. Давай цифру 4 вот бери. Где у нас четверочка? Четверочки у нас вон лежат. Цифра 4 у нас должна быть на уровне 1. Значит, Ян, нет. У нас вот это вот. Смотри внимательно схему. Без схемы у тебя ничего не будет работать. Вот это вот на каком уровне идет? Какой? Ну вот, смотри. Вот этот вот динамик идет на уровне 2. А цифра 4 у нас идет на уровне 1. Значит, что тебе нужно поменять? Думай и меняй. Это. Правильно. Меняй. Местами. Сначала забираешь динамик красный, вообще его забери и ставь цифру 4. Цифру 4. Цифру 4. И между цифрой 4 и цифрой 2 вставляешь динамик. Дальше у нас что идет? Какую ты хочешь сейчас делать? А ты не хочешь так по кругу делать? По кругу сначала делать. Ну давай, цифра 22. Ты 22 взял? Да, красная. Цифра 22, внимательно смотри, на каком она уровне. Она на уровне... Какой уровень? На уровне 1. А ты поставил на какой уровень? Внимательно посмотри и скажи, на какой уровень ты поставил. В самом низу у тебя стоит или нет? В самом низу, на уровне 1. Все у тебя правильно стоит. Ян, будь внимательный, да. Иначе ничего не сработает. Дальше. Что у нас сейчас идет? Вот это все. У нас идет номер 21, да? Угу. Ты его уже поставил? Дальше. 21 соединяется номером 2 на уровне. Уровень обязательно смотри. Уровень 1. Цифра номер 2 идет на уровне 2. 2 хотела сказать. Дальше. А теперь цифра 5. Так вот, нам правда. Не знаю. Надо смотреть схему.
схему смотри. Я знаю. Смотри, если ты идешь сюда, то сначала надо идти отсюда. Давай, вот эту ты поставил. Теперь у нас идет 2 на уровне. 2. Делай. Два на уровне 2, и потом дальше что идет? Это. На каком уровне? Смотри обязательно. На уровне. То, что в кружочке, это уровень. На уровне 1. Правильно. Ты поставил на 1? Нет, что-то у тебя, Ян, неправильно, я смотрю уже. Дох, это правильно. Думаешь? Угу. Только так. Дальше, что ты делаешь? Вот это. Это какой номер? Это номер 1 и 6. 16. А где ты его увидел? Покажи. Здесь. Хорошо, ставь. На каком уровне? На уровень 2. Правильно, ставь на уровень 2. И сбоку еще какая цифра идет? Цифра 3. На уровне? 3. На каком уровне она идет? На уровне 2. Делай. И там какая? Цифра 6. На уровне? 6. Какой там уровень? Нет. Цифра 6 на каком уровне идет? Цифра 6 на уровне 1. Хорошо, так. Дальше у нас что идет? Вот это. Да, я посмотрю, что там у нас по схеме. Вот мы поставили цифру 6 на уровень 1. Дальше у нас идет цифра 15 на уровне 2. Угу. Думаешь? А ну, проверь внимательно, все ли готово. Так, давай посмотрим. Поверни к нам. Наверное, не что-нибудь. Так, это мы здесь, поставили. Здесь. Вот видишь, что-то забыл все-таки. Цифру 3 забыл. На уровень 2 поставить. Цифру 3 берем. Теперь готово. А теперь это мы сложили основную схему, которая касается номера 79. Громкие звуки игрового автомата, управляемые светом. Значит, для этого соедините клеммы А и Б. Что это за клеммы А и Б? Теперь звуками игрового автомата можно управлять с помощью света. Ага, если свет будет выключаться. А где у нас клеммы А и Б? А ну включи он. Так. А где у нас клеммы А и Б? Что-то я не поняла. Клеммы А и Б. Так, для того, чтобы нам управлять этим дождем, тут написано. Так, замените фоторезистор сенсорной пластиной. Потом при попадании на сенсорную пластину капель дождя из динамика будут раздаваться сигналы полицейской машины. Дождь можно сделать самому. Хорошо. Значит, номер... какой номер? Номер 15 это, да? Заменяешь номером 12. Заменяй. Или это 16 номер. Заменяем. Включай. Оно у нас так и так что-то играет, даже без дождя, да? Может, мы что-то неправильно сложили? Давай еще раз проверим. О, заглох. А теперь знаешь, что надо сделать? Каплями дождя, чтобы... А ну-ка, на, капай. Капай. Только не на схему, а на эту желтую штучку капай. Капай. Видишь, ты попадаешь водой, и оно играет. Из-за того, что дождь идет, оно... Идет сигнал. А ну-ка еще раз капни. Ага. А ну-ка, если вытереть. Сейчас оно перестанет.
А ну выключи ее. О, теперь капай. Она сама что-то играет, да? Давай попробуем ее вытереть насухо. А ну, Ян, брызгни еще раз на эту пластинку водой. Видишь, как она срабатывает, на сенсор срабатывает на воду? И сигнализация. Вот если бы у меня такой конструктор был, когда ты был маленький, я бы тебе поставила его в кроватку, когда бы ты написал, он бы заиграл бы. Ты когда был маленький, мне нужен был такой конструктор. Я бы тебе его в кроватку ставила. Если бы ты написал бы, он бы заиграл бы. Я знала, я написался. Не понял? Понял. Вот такой у нас получился сегодня эксперимент. Теперь надо вытереть, чтобы она не играла. Надо хорошо-хорошо вытереть. Выключай. До новых встреч. Подписывайтесь на канал Мид Бомбини. Всем пока. И ставь лайк вверх.